всім! Сьогодні продовжуємо займатися спортом на свіжому повітрі. Сьогодні наші учасники Міша та Микита в прямому значенні перевернуть світ. Тому дивіться та повторюйте. Заняття проводить наш тренер Лариса Фомченко. Доброго дня! Упражнение, которое называется «Поза дерева». Снова либо обходим гамачок сзади, либо перебрасываем его вперед. И левую ножку ставим в гамак. Прямые руки как можно выше. И так, чтобы не сильно себя раскачивать, выдыхаем стопа в землю, руками поднимаем голову. Отлично. Отлично. Это упражнение очень хорошо выравнивает, балансирует. Плечи, вспомните, сначала, да, вверх и выводим, так, чтобы плечи лежали на гамаке. Мы все забыли. Так, не ножку, а только плечи. А вот теперь нога, да, бедро, Мишенька, назад, да, а голень вперед. Хорошо, молодцы, молодцы. И выравниваемся, выравниваемся. Так, отлично, отлично. Отлично. Плечи остались на гамаке. Поочередно опускаем ручки вот к тем косточкам, да, к тому месту, где перед этим был гамак. Так. И теперь ножку отпустили. За спину выпрямляем, разворачиваясь на кулачках. Молодцы. Не торопясь. Все время держим внимание на внутреннем центре тяжести. Никит, тело дышит. И открываем грудную клетку, смотрим вперед. Вот так. Вот так. Как будто бы ласточка, которая летит вперед и смотрит вперед. Хорошо, давайте поменяем сторону, поменяем ножку. Опускаем. Опускаем свободную ногу, опускаем на землю. Так, нам нужно на землю свободную ножку. Да, так, чтобы стопа отдохнула. Помните, мы делали планку на весу? Итак, ножка в гамаке, короткие ручки, правильно, Миш, только не скрещивая руки. Хорошо, и теперь выпрямляем ногу в гамаке. Выпрямляем руки, опускаем таз. Становимся на землю, да. Коротенькие ручки. Коротенькие ручки. Коротенькие. Хорошо. Сначала уголок. Помните, две стопы в гамаке. Прямые ноги и прямые руки. О, хорошо. Ниже, ниже. Да, да, уголочек. Пресс, животик и бедра напрягаем. Хорошо. А теперь поднимаем, выпрямляя тело, таз. Руки прямые, ноги прямые, все тело прямое. Поднимаем таз. Вот, хорошо. Хорошо. Да. И меняем сторону. Теперь у нас правая ножка осталась в гамаке, левую опускаем на землю. Останавливаемся, стоя прямо. Да, ногу сгибаем в коленке, стоим прямо, отпускаем руки. Пальчиками перебираем воображаемые ниточки. Со стороны кажется, да, очень легко и просто. На самом деле все не так просто. Достаточно сложно управлять телом немножко в подвешенном состоянии. Хорошо, на вдохе. Вверх. Не за ручки, за гамачок. Мы идем дерево в другую сторону. И стопа строго в землю, в гамак, руками поднимаемся. Молодцы, отлично. Поднимаем кисти рук по ремешкам. И первое, что мы делаем, это выводим локти в стороны, плечи ложатся на натянутые ремешки гамака. Хорошо. Ножка
ушла назад, высвободив коленко в сторону. И отлично. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Вот подержимся так. Мне очень нравится. У вас очень хорошо сейчас лопаточки, да, вдоль спины. Корпус практически чувствуете, да? Очень легко держать баланс так. Поэтому пока не будем складывать намасте, а насладимся вот этим правильно и красиво выполненным упражнением. Так, чтобы все тело изнутри, сконцентрируйте внимание на том, как протекает дыхание, так, чтобы нигде не было напряжение. Вот спокойно, беспрепятственно растекается дыхание по всему телу. Единственное, что привлекает действительно ваше внимание, это центр тяжести. Опустив кисти рук косточкам, вокруг кулачков, разворачиваемся в наклон, локти вверх и прямая ножка вдоль земли. Прекрасно. Смотрим вперед и да, хорошо. Никита, вот эту ножку направляем в землю. И вокруг этой ноги прямой, да, как вокруг оси, разворачиваем все остальное. Хорошо. Хорошо. Аккуратненько опускаем свободную ножку. И кисти рук скользят, ручки скользят к стопе. Хорошо, снова высвобождаем плечики, берем короткие ручки. Так, выпрямляем ножку в гамаке. Садимся на две прямые ноги. Снова, но мы не будем делать уже планочку, мы пойдем вперед. Так, опускаемся, смелей. Вторая, хорошо. И теперь обе ноги сгибая в коленках, колени вперед, освобождаем стопы, садимся. Да. Да. Молодцы. Ножки не опускаем. Так, чтобы ваш гамачок был под ягодицами. Хорошо. Не опускаем ноги на землю. Не опускаем, а одеваем на стопы ручки, самые длинненькие ручки. Ручки строп одеваем на стопы. Для этого, помните, мы с вами говорили, плечо выводим вперед, Никита, не торопись. Плечо выводим вперед, да. Вот это плечо, которое, оно должно все время лежать на гамаке. Да, теперь одевай вторую. Так, отлично, отлично. Отлично. Да, согнув ноги в коленях, вот как у Никиты у нас ремешки остаются с наружной стороны бедер, достаем короткие ручки, снова высвобождаем локти в стороны, плечики и встаем. Поза героя. Пальчики стоп, разворачиваем обе стопы в одну сторону, лопатки к спине, локти в стороны. И одну ногу сгибаем в коленке, вторая аккуратненько. Хорошо. Хорошо, отлично. Отлично. Ну, немножко хитрим, есть такое, да. Хорошо, прямая ножка, подтягиваем коленку, хорошо. Стоим, корпус не нужно разворачивать. Поднимаемся. Итак, ребята, сейчас мы пойдем в другую сторону. Смотрите, ножка, которая прямая, она должна быть прямая. Пяточка вверх, колено, коленную чашечку вот подтягиваем. Итак, развернули пальчики обеих стоп. Хорошо. И сгибаем ножку в коленке. Переднюю ножку сгибаем, а вот эту ножку подтягиваем. Наоборот. Выпрямляем. Хорошо. Так, чтобы спиной держать. Хорошо. Хорошо. Никита, хорошо учишься в школе? Молодец. Это заметно. Умеешь воспользоваться
Да. Да, хорошо. Поднимаемся. И теперь давайте очень аккуратненько попробуем вернуться, сесть в гамачок. Хорошо. Отлично. Молодцы. Выпрямляем ножки. Так, подтягиваем гамачок чуть-чуть больше под коленком. Коленком. Чуть-чуть к коленкам. И меняем ручки средней длины. Итак, ножки прямые. Разводим руки в стороны на ручках. И снова, как лыжник, разворачиваем плечи и тянем подбородочек пальчиком стоп. Чуть уже, да. Наклон к прямым ногам. Хорошо. Еще один вариант наклона к прямым ногам. Отпускаем ручки, беремся за длинные ручки. Вот сюда отпускаем. И выдох, втянули пупок, потянулись в наклон к прямым ногам. Прямые ножки, Миш. Ручки отпускаем и держимся вот здесь. Попробуем. Хорошо. Да, да. Выдох, втягиваем пупок. Вдох, подтягиваем коленные чашечки. Снова выдох, втягиваем пупок еще ниже. Вдох. Следим за тем, как тело дышит. И синхронно с дыханием углубляемся, напитывая дыханием все тело в этой позе. Чем дольше вы пребываете в этом, тем будет легче. Прямые ножки. Хорошо. Отпускаем. Отпускаем стропы. Становимся на ножки. Сегодня, ребята, весело и очень плодотворно потрудились на свежем воздухе.